Пешком от Тамбова до Рассказова, невзирая на непогоду. В минувшую субботу завершился пеший марш, посвященный 41-й годовщине со дня рождения героя Российской Федерации Александра Камягина. Преодолеть немалое расстояние вызвались 250 человек. Среди участников – бывшие действующие военнослужащие, ветераны боевых действий, а также воспитанники спортивных и военно-патриотических клубов со всей Тамбовской области. Дальняя дорога взяла начало от Вечного огня, где перед началом пути почтили память погибших в войнах. Вот уже на протяжении 7 лет уже в Союзе Саньков проводят мероприятие вот в виде вот такого пешего марша на город Тамбов-Рассказово. 35 километров. Первые начинали 4 человека ветерана спецназа, сейчас уже каждым годом больше и больше. Закончить шествие участникам марша предстояло на родине Александра Камягина, в городе Рассказово, рядом с недавно установленным в его честь бюстом.